Всем привет, дорогие друзья! С вами Андрей Супермен. И у меня самый важный вопрос в мире. Мне нужен друг в Майнкрафт, чтобы строить разные постройки, крать посетки. Я могу принять любого друга. Кто меня смотрит, пожалуйста. Кто меня посмотрел, пожалуйста, прошу. Станьте моим другом. Я выложу в описании. Скайп, ник свой, ищи. Скорее всего, просто скайп. И, пожалуйста, если у кого-то нету хамача, закачайте, пожалуйста, а то я не смогу играть на серверах. Ну что ж, давайте хотя бы поиграем. И посмотрим вместе. Я могу вам дать все, что вы пожелаете. Мы можем играть на сетке. Могу помочь в любой момент. Но у меня есть одна проблема. Я не всегда доступен. Например, мой один друг, который у меня был 2 года назад. Он мне звонил. А меня уже как 2 года нету. Потом А через только пару дней я ему могу ответить. Вот поэтому у меня есть такая проблема. И я ее уже начал решать потихоньку. И поэтому скоро от нее я избавлюсь. Ну что ж, давайте запустим команду. И я вам покажу то, что я могу еще достать для вас любые команды. У меня пробуется новая команда записана. Сейчас я к вам приду. Подожди. Я нашел где мне хранятся команды. Поддержка. И теперь продолжаем. Я сейчас тебе команду беру. Так, ну куда? Привет. Дорогие друзья, пожалуйста, мне нужен друг. И на этом я заканчиваю. С вами был Андрей Супермен. Надеюсь, что вы ко мне подойдете. Я буду вашим другом. До свидания.